In the eyes of the West, there is one man who is responsible for the migrant crisis on the borders of Belarus and the EU, and that is Alexander Lukashenko, the controversial ruler of Belarus, who's been accused of stealing an election, of launching a brutal crackdown on his own people, and now of weaponizing migration. So how does he respond to these accusations? Well, Mr. Lukashenko has agreed to answer my questions in what is a rare interview to Western media. Евросоюз, Великобритания, Америка дали понять, что в этом кризисе миграционном виноваты вы, что вы создали этот кризис, вы используете мигрантов как политическое оружие. Вот как вам такая оценка? Извините, но вопросом на вопрос. Почему в 2014, по-моему, году, когда ваши подопечные в Украине разбомбили Донбасс, вы меня не обвиняли в том, что я принял в течение нескольких месяцев 160 тысяч беженцев из Украины, предоставив им все права, которыми тогда обладали белорусы. Бесплатное образование, здравоохранение бесплатное, работу и так далее и тому подобное. Почему тогда Европейский Союз вместе с Англией, Великобританией, тогда еще вы были там, и Америка не предъявила мне претензий? Потому что так было нормально, хорошо было. Они не в Европейский Союз рванули, хотя отчасти и туда шли. А 160 тысяч ко мне. И я их принял как родных. В данной ситуации через Беларусь тысячи беженцев хотят к вам. Но вы их позвали. Вот еще в мае вы сказали, вот дали публичный сигнал. Вы не волнуйтесь. Да? Вы не волнуйтесь. Я не волнуюсь, я хочу просто... Да, почему позвали? Значит, они идут через Беларусь, через Средиземное море, не знаю, кто там их позвал, через Балканы, по другим маршрутам, тоже, наверное, позвали, идут к вам, не в Беларусь. То же самое они через Беларусь хотят попасть, в данном случае, в Германию. Но вы очень публичный сигнал дали в этом году, в мае, в преддверии новых санкций Евросоюза, да? Сигнал, что пойдут мигранты. Стив, вы сказали... Дайте вы мне текст... Где я? Покажите мне, где я сказал, приходите к нам. Позвали, это значит, Стив, приходи ко мне в Беларусь. Вот я, ты попросился интервью, я говорю, приходи. Вы сказали, покажите. Мы останавливали мигрантов, а теперь будьте сами их ловить, да? Еще и раз повторю. По разговорам с мигрантами, да, они поняли, что Беларусь открыт сейчас для них. Значит, еще раз повторю, чтобы вы понимали. В свое время... Мы заключили с вами договор о реадмиссии. Тогда вы еще там были. Ну, я про вас говорю как гражданина Великобритании. Вы не против? Пожалуйста. Да, вот, вы там были. Мы заключили с вами договор о реадмиссии. Это была большая работа, потому что реадмиссия в одну сторону быть не может. Нам надо было договориться и с Россией. России надо было договориться с вами. Ну, в общем, проделали большую работу. То есть, если беженцы у вас... прошли через Беларусь, вы нам их возвращали, но вы должны были построить у нас или профинансировать строительство пунктов для этих беженцев. Пошла работа. Вы в конце прошлого года, особенно в этом году, вводя санкции против Беларуси, ушли от договора о реадмиссии. Вы перестали строить эти пункты пропуска для беженцев. И тогда я сказал, ребята, санкции плюс ваш отказ от работы с беженцами и мигрантами, до свидания. Почему я должен их задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, в Германию, извините меня, создавать тут некий отстойник или лагеря для этих беженцев? Вот в чем был смысл. Поэтому я и сказал,
Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю, и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вот в чем был смысл. Но я их сюда не звал. И я не хочу, если же откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь. Мы работали на границе, мы общались с мигрантами. Я хочу вам говорить то, что они нам говорили. Да? Некоторые говорили. Спасибо Лукашенко, что он дал нам визы, что он дал нам возможность попасть в Европу через Беларусь. Да? А некоторые последние дни говорили, они чувствуют, что вы их использовали как мяч, как оружие политически против Европы. А некоторые нам говорили, что Беларусь и белорусские солдаты прямо помогли им пересечь границу. Вот один мигрант сказал, нас было 150 человек. Ночью нам сказали, что вы пойдете в Польшу. Белорусский солдат резал забор, мы начали бежать. Но их поймали в Польше и вернули. То есть это прямая помощь, содействие со стороны Беларуси. Вы знаете, вы все время говорите, Стив, некоторые. И следуя вашей концепции, BBC, как вы это подаете все, ну, это везде у вас некоторые и кто-то, а кто-то один сказал, что резали проволоку. Вы мне не верите? Не, абсолютно нет. Я верю фактам. Так вы мне скажите, где резали, кто резал, и назовите имя этого солдата. А вот так говорит, что некоторые вам сказали, кто-то там позвонил, кто-то в деревне сказал. Ну, слушайте, это не солидный разговор. Александр Григорьевич, разговор. Я не думаю, что человек, который, мигрант, который мне это сказал, спросил, извините, как вас зовут у солдата, да, в этот момент. Но я хочу сказать, что еще несколько мигрантов нам говорили, что если они не смогут попасть в Европу, они не хотят домой в Иран, да, они захотят остаться жить в Беларуси. Вот вы разрешите? У нас есть порядок, в отличие от вас, и закон. И к нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. А если пойдут? Если поступит в соответствии с законом, и очень быстро, в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим. О чем вы договорились с канцлером Меркель? Еще раз говорю. Если вы мне упрекаете в том, что мы помогаем мигрантам туда проникнуть, вы положите факты на стол. Вот к стенке меня поставьте этими фактами. А просто так несколько мигрантов, несколько те... Но я вам говорю то, что мигранты нам говорили. Вы дали возможность работать на границе, общаться с мигрантами. Да. Это то, что говорят. Хорошо. Но говорят и другое. Почему-то вы о другом не говорите. Что они шли в Германию, что они хотят воссоединиться с семьями. Вы не поинтересовались, а почему среди вот этих беженцев в лагере, которые... 200 детей, даже, по-моему, 400 детей, а 200 женщин, есть беременные. Почему они рискнули идти через Беларусь с детишками? А потому что они шли к своим родственникам. Объясните, пожалуйста, одну вещь. Вот я находился на границе во вторник, да, когда произошли стычки как раз. И когда мигранты начали забрасывать польские войска, камнями, кирпичами, палками, элементами пограничного заграждения. Когда они начали ломать пограничные заборы, белорусские солдаты стояли, смотрели, ничего не сделали для того, чтобы остановить этих мигрантов. Вот почему? Это нормально вот штурмовать границу? Вот? Абсолютно нормально. Только, Стив, не выхватывай из общего контекста один эпизод. Надо сказать... Это в целом. Значит, они разбили там стихийный лагерь в 800 метров от этого погранперехода. Так? Ты видел этот лагерь, где ночью под открытым небом у костров они ночевали? Видел? Лагерь я видел и видел еще, как их пропустили за один прямо до контрольного. Почему мы должны, мои пограничники, должны были их сдерживать? Мы вообще надеялись, что действительно этот конфликт этим закончится, особенно после разговора с Меркель. Они подошли туда. Дальше что было? Следующий эпизод. Не камни были. Они стали на колени перед этими польскими офицерами.
понимая, что их уже пропустят, наверное, или, по крайней мере, слушай, заявление возьмут. Они стали на колени, извинились перед ними, что неудобства создали, и начали просить детишки, и эти люди, беженцы, начали просить их пропустить. Их не пропустили, и вот там началась эта потасовка. Кто-то камень бросил, кто-то палки и прочее. Вы или ваши подопечные включили, поляки, включили водометы и начали их поливать. 0-1 температура была. Ну, я там находился, я там наблюдал. Вас там не было. Я говорю то, что я видел. Значит, не все видел. Вот так. Я знаю, что вы обсудили этот кризис с немецким канцлером. Обсудили. О чем вы договорились? 2000 я попросил, заберите, 200, тогда было 200, ну, может, чуть больше, заберите их к себе, там дети, там, ну, страшная ситуация, вы это видите, знаю, заберите их. А останутся у меня порядка 5000, всего 7000, примерно 7, 5000 я буду работать над тем, чтобы их отправить в Ирак, в Сирию, в Иран, откуда они приехали, и Афганистан. Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите, не надо. Мы без вас будем решать эту проблему так, как получится. А как Ангела Меркель обращалась к вам? Интересно, вот как господин президент или господин Лукашенко или Александр Григорьевич? А чего вас это волнует? Господин президент в Беларуси, он же господин Лукашенко. Это интересно и это важно. Для меня никакого не имеет потому значения. Потому что, как вы знаете, вас... В Евросоюзе не признают легитимным президентом. А меня это, как она... слушайте, а мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века. Вы просто, Стив, не в курсе дела, наверное. Четверть века меня не признают в Евросоюзе. Ну и что? А как Меркель обращалась? Слушайте, и меня избирает белорусский народ. Поэтому мне важно, как меня воспринимают мой народ. А вот этот вопрос легитимности, он для вас важен? Абсолютно. Он мне не важен абсолютно, как вы будете там меня легитимным считать или нелегитимным. Вы лучше разберитесь, как вы будете с Байденом общаться. Он для вас легитимен или нет? С моей точки зрения, нелегитимен. Вы видели, что происходило на выборах. Вы знаете, я нахожусь поэтому в Беларуси, и меня интересует ситуация здесь. Подожди. Не перебивай меня. Вы находитесь в Беларуси. Я не против вопроса задаю. Я провожу параллели, чтобы вы поняли, что мне глубоко наплевать на то, что обо мне сегодня думают в Англии или в Соединенных Штатах Америки или Евросоюзе. Потому что весь мир увидел ваше лицо. Ваше лицо, и вы его видели на этой границе. Поэтому я особо не парюсь, как вы там ко мне относитесь. Найдем мы для себя партнеров и союзников без Великобритании. Мы и не очень-то с вами и сотрудничали до этого. Ну, не хотите, ну и не надо. Не умрем, как вы хотите, мы не умрем. Мы будем жить, и будем жить с каждым днем все лучше, потому что у нас есть страны, с которыми мы сотрудничаем, огромные страны. И то, что нам надо продать, мы в Евросоюз мало чего продавали, мы продадим, несмотря на ваши санкции. Я, конечно, не идиот и понимаю, что эти санкции не мне, точно не вам, и тем более не мне не нужны. Но если вы начали разговаривать со мной санкционным языком и не признавать мою легитимность, ну, Господь с вами, я еще раз говорю, четверть века, я уже к этому привык. Возвращаемся к Беларуси. Вот объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Да? Если вы, как утверждаете, получили 80% голосов на выборах в прошлом году, то почему тогда вышли толпы народа в Минске, да не только в Минске, по всей стране, да? Не для того, чтобы вас поздравить, да, с сокрушительной победой, а для того, чтобы обвинить вас в том, что вы украли их голоса? Несостыковка какая-то, нет, получается? Это у вас несостыковка в голове, Стив. У вас и у ваших патронов. Отвечаю на ваш вопрос. Вы назвали цифру 80%. Это не я цифру назвал.
это назвала законная центральная избирательная комиссия. Но вы согласны с цифрой? Послушайте меня. А ЦИК назвал эту цифру 80%. Это факт, законный факт. Вы говорите, толпы вышли и прочее. Стив, 25 лет толпами ходят по Минску после выборов ваши сторонники в Беларуси. Это было постоянно. Но Александр Георгиевич, только вот, в этом году, вы слушать не умеете, только в этом году это было более подготовлено с вашей стороны, вами, фондами немецкими, английскими, американскими фондами, деньги вбросили, людей здесь на фоне пандемии подготовили, и этот процесс занял чуть больше. Это не ответ на мой чуть вопрос. Больше послушай меня, чуть больше промежуток. Поэтому не толпы ходили здесь, а максимум, когда собрали со всей страны, услышь меня, со всей страны, ты из Москвы должен был это видеть, со всей страны собрали, на пике было 46 тысяч, там 700 или 600 человек. Здесь, в Минске. Я находился здесь. 80 тысяч, если не будешь слушать, разговор закончится, если ты этого хочешь. Поэтому 80% это законный, неопровержимый факт. Других цифр у вас нет. И все-таки... 80%, да, вот должны быть, по идее, какие-то проявления, я не знаю, всенародной любви к победителю, к лидеру, да, а вместо этого люди выходили в большом количестве и кричали: «Лукашенко, уходи!» И вы летали на вертолете в бронике с автоматом, как будто вы боялись собственного народа. Несостыковка. Если 80% голосовали за вас, почему в большом количестве я находился в Минске в это время, и я, конечно, не посчитал каждого протестующего. Так я посчитал. Огромное количество, да, вся площадь. Я вам назвал цифру максимум. Вы меня не слышите? Я слышал ваши цифры. Я вам назвал конкретную цифру. Хотите, подарю вам эту карту. Я когда был в СИЗО у этих наших предателей, я им подарил эту карту. Вот где Воскресенский был, известная фамилия, Тихановский и Бабарика, и другие. Вы видели это, я с ними разговаривал. Я им положил на стол карту, фотографию вот этой толпы, как вы ее назвали. Там их было на пике 46 тысяч. У нас около 10 миллионов проживает. Вы говорите «любви». Это в Америке вы умеете, в Великобритании изображать любовь. А что было после выборов? Сколько у нас людей приходило на митинги и до сих пор ездят с государственными флагами. И люди все больше и больше прозревают. И сегодня их уже не 80%. Сегодня их 87, а может и 90. Господин Лукашенко, я освещал много уличных манифестаций, демонстраций, протестов, да, по Европе. Да. То, что я видел в Минске в прошлом году, было гораздо больше народа, чем 40-50 тысяч человек. Да? Вся площадь независимости была заполнена. Ну, огромное количество. Не ври. На площади независимости никого не было. Там был один митинг, на котором я выступал. Вы верите, что я был, находился? Почему нет? Мы же демократическая страна. Кто хотел, тот... Ну, как бы я вам говорю, что мы видели. Что вы видели? Мы видели большие толпы народа. Большие, согласен. Видели, как правоохранители, органы забирали людей. Мирные протестующие, мирные демонстранты. Мы видели, как били этих людей. И мы видели, как выходили из Окрестина молодые парни, да, с побоями. Это мы видели. Это не взято с интернета, да. Это мы видели. Кадры, вот смотрите. Не надо, я это признаю, признаю. Вы признаете? И в Окрестино получали там, и избитые в милицию. Вы только бойцов из Окрестино не показывали, что они были избитые. А что бы было, если бы у вас или в Америке, тем более, бросились на милиционера, начали ему ломать ноги? Он бы получил пулю в лоб сразу, но мы ни в кого не стреляли пулю в лоб. Подавляющее большинство протестующих, которых мы видели в прошлом году, были абсолютно мирными. Это были, на самом деле, самые мирные протесты, которые я наблюдал. И даже, знаете, то, что произошло, то есть такое впечатление на меня сделало, да, что после протестов белорусы убирали за собой. Все было чисто на улицах.
Да, абсолютно. Да, очень. Ну, вы им посоветовали, когда мы начали показывать, как вы ломали и крошили в Минске, в чистом Минске, наш народ не привык к грязи. Вы тогда им подсказали, вы так на картинку чего-то уберите, а мы вам покажем картинку, как бросали ящики с цветами и громили улицы и прочее. Про какую чистоту ты говоришь, Стив? С июля месяца, да, ликвидировано 270 НКО в Беларуси. Отвечаю на твой вопрос, не трудись. Выражем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки. НКО, НПО и прочее, которые вы финансировали. Мы, людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули, а те, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь ваши, которых вы видели здесь в Минске, мы, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время. То есть офис по правам людей с инвалидностью ликвидирован, да? Слушайте. Центр любителей животных. Это разве оружие Запада? А то, что вы называете животных там, ну, звучит на картинку. А вы посмотрите, чем они занимались. Вот для меня, кстати, это новость, но я уверен, что вот это была шильда, что они защищали животных. А деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции, на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами. Животных вы тут поддерживали. 270 НКО работает против Беларуси, финансируемый Западом, да? Я не знаю, сколько точно финансировали вы НКО, но если они ликвидированы, значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация, НКО или НПО, ликвидирована, там, незаслуженно, еще что-то, пожалуйста, обратитесь. Можете напрямую ко мне, я в течение суток разберусь. В течение суток. И если кто-то попал в этот список незаслуженно, он добро приносил животным, как вы сказали, мы его немедленно восстановим, немедленно. Поэтому не надо цепляться за слова. Еще одна цифра. 270 организаций НКО. На Беларусь-то какую? 270. Еще одна цифра, да? 873 политических заключенных. У нас нет политической статьи, Стив. У нас нет политической статьи, по которым мы осудили или судим людей. У нас их нет. 873 человека. Это которые... люди, нарушившие белорусское законодательство. То есть сколько политзаключенных в Беларуси? У нас нет политзаключенных. Ты что, не слышишь, что я говорю? Ни одного. Ни одного, потому что нет такой статьи. А Мария Колесникова не политзаключенная? Это ваш агент. Это ваш агент. Почему она сидит? И вы... Потому что она нарушила закон. Ну, смелый человек, согласитесь, да? То есть возглавила протесты, не покинула страну. Мария Колесникова бежала из страны, ее задержали на границе. Она паспорт разорвала? Она съела паспорт, это ее дело. Она не хотела покинуть страну? Слушайте, я не знаю, что она хотела. И знать не хочу. Она бежала вместе со своими соратниками. А то, что она сидит, это не месть с вашей стороны? Абсолютно нет. Запомните, я не тот человек, который может мстить. Запомните это и усвойте, если вы хотите, как человек меня понять. Я против женщин, я часто говорю, не воюю. Хочу спросить про Владимира Путина, да? Вы вместе работаете. А почему вы у него не спросите? Вы в Москве живете? Я у него спрошу про вас. Про вас? Ну, спросите сначала про меня. Но вот. И вы давно работаете вместе, да? И мне интересно, что вы научились у него, а что он, может быть, научился у вас, как вы думаете? Когда спросите у него, что он у меня научился, вам понятно станет, чему научился я у него. Точка. Ну, вы вместе сейчас создаете новый интеграционный... Создаем. Вы с Америкой, я с Россией. Вот. И вы с Америкой, Англия, с Америкой, Великобритания, а я с Россией. В чем проблема? Союзного государства нет с Америкой. Будет. У вас больше, чем союзное государство. Вам американцы... Мне больше интересно, что... Вам американцы сказали уйти с Европейского Союза? Трамп сказал, вы ушли.
А где доказательства? А там, где толпы людей по Минску ходили, и их было огромное количество. Да, это на кадрах, это все видели. И это на кадрах, это факт. Скажите, неоспоримый. Вот для этого союза. Скажите, пожалуйста, почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев с Франции? 600 человек недавно к вам проникло. И у вас конфликт с Великобританией. И Макрон пригрозил вам, что он отключит электричество на каких-то ваших островах британских. Почему вы об этом не рассказываете народу? 600 человек приплыло к вам. Вот последняя партия. Вы знаете, потому что я нахожусь в Беларуси, есть корреспонденты там, которые рассказывают об этом. Поэтому, да. Вопрос, ответ принимается, Стив. Спасибо. К союзу. Будет, может быть, не через год, через два года, один лидер для этого союза, один президент, общий президент. Есть такой план для этого союза? Союз России и Беларуси. Союз – это два суверенных, независимых государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идет о том, что у вас не будет королевы и парламента. У нас союзного государства нет. У вас союз есть, и вы мне задали вопрос, поэтому слушайте мой ответ. Слушайте мой ответ. Значит, вы когда создавали свой союз, вы американцам не сказали, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы, свой союз формируя с середины 90-х, еще начиная с Ельцина, четко определялись, что это будут две страны, Беларусь и Россия, которые выстроят союз, и он будет мощнее, чем унитарное государство. Вот вам откровенно говорю. А вопроса один президент, два президента, мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит. Владимир Путин вчера посоветовал вам, по-моему, общаться с оппозицией. Будете так делать? Слушайте, Владимир Путин, не знаю, кому вам советовал, еще кому-то советовал, он мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал вот сейчас больше часа. И никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал. Это первое. Я могу параллель провести. Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры. Вы бы хотели, чтобы Путин с Навальным сели? Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, для меня Путин, для меня Навальный, это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина. Он предатель интересов России. Понимаете? Вот все, кто высказывается против вас, да, ваши оппоненты, да, вы называете предателями или враги. Почему? Это не мои предатели, Стив. Это предатели белорусского государства. Есть беглые. Есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше и финансируют, и у вас. Санников, по-моему, в Лондоне сидит. К нему вот вопросы задайте. И финансируют, подпитывают их, вы их содержите. Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими, это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем. Ну, вы понимаете, почему Европе, Евросоюзу, да, трудно с вами общаться? Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно, от американцев, от англичан, от Евросоюза, я вижу свой народ. Но вы что, скажете, что я своих соседей там теребил. Я что, организовывал с поляками, латышами, литовцами, с украинцами какие-то драки на границе? Никогда. Зачем вы в прошлом году пришли в наш дом и пытались его разрушить? Зачем? Какое ваше дело до наших выборов? Мы же не лезем в Великобританию или в Америку. Мы же не лезем в ваш дом. Вы чего пришли в наш дом и начали его крошить и ломать? Но мне кажется, что
постоянные обвинения в адрес Запада или НАТО, или Польши, или кого угодно, да, что они создают проблему здесь, что все, что происходит здесь, это результат их неработы, это неправда, это сказка, нет? Вы пришли в Беларусь, где живет мирные 10 миллионов человек, пострадавших в последней войне, как никто. Евреи только могут сравниться с тем, как пострадали мы и они в той войне. Вы почему пришли в мой дом? Александр Григорьевич, ну при чем здесь Вторая мировая? Как при чем? Как при чем? Вы молиться на нас должны до сих пор. Вот при чем. Молиться, потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами, вы не помните? Вроде с англичанами в коалиции. Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас с трубкой? Вы этого не помните? А при чем здесь Вторая мировая война и сегодняшняя политическая ситуация в Беларуси? Разные вещи, абсолютно разные вещи. Сив, я вам объясню. Вы за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери, которые мы понесли. Еще только 80 лет, еще 100 лет не прошло с начала войны, а вы уже ворвались опять в этот дом и пытаетесь новую войнушку развязать да здесь. Да никто не ворвался. Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну, в Беларуси будет тянута НАТО и будет тянута Россия. Это ядерная война. Никто не хочет новую войну. Чего тогда лезете сюда? Мы не лезем сюда. Вы лезете. Вы в прошлом году финансировали мятеж. Вы финансировали, вы управляли мятежом с территории Польши, вы, а за вами стояли американцы. А люди, которые вышли на улицу и кричали, Лукашенко украл наши голоса, они были финансированы Западом? Нет, они действительно верят и думают, что вы украли все голоса. Все лидеры финансировались Западом, в противном случае они там прибежище сегодня не нашли. Они все сидят у вас, почему? Они сбежали туда, откуда их прислали. И откуда их финансировали? Слушай, Стив, что ты мне рассказываешь? Эти все тихушки, лохушки, цепкалы, они у вас сидят. Почему? Потому что это ваши люди, и вы их финансировали. Они же не побежали в Китай. Не побежали, их бы там не приняли. Потому что они к ним не имеют никакого отношения. Слушай, что ты темнишь? Ты же это прекрасно понимаешь. А ты меня упрекаешь, репрессии, репрессии. А что ты от меня ожидал? Я должен был защитить страну и свой народ. И я это сделал. Или себя. Может быть, я в чем-то был неправ, но я сделал так, как прописано в наших законах. Ну, не обижайся, ты сам затеял этот разговор.